Святой пророк Иона. Воднаго зверя во утробе длани Иона крестовидно распостер, страсть Христову проображаше яви, тем тридневен исшет, примирное воскресение прописаше плотью прихвожденного Христа Бога, и тридневным воскресением мир просвещающего. Жизнь святаго пророка Ионы представляя весьма трогательный пример милосердия Божия кающимся грешникам, кроме того, служит прообразом самого Христа Спасителя, пришедшего на землю для призвания нас к покаянию. И по тридневном пребывании в сердце земли со славою воскресшего из мертвых. На такое предображение, изображение пророка Ионы, указывает сам Спаситель, говоря в своем Евангелии: «Род лукавый ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо, как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего». И в другом месте: «Как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Посему имя пророка Ионы мы так часто слышим при церковном богослужении, и посему благопотребно знать обстоятельства его жизни, чтобы точнее уразумевать смысл священных изречений и песнопений церковных, относящихся к этому пророку, для руководства нашего к истинному покаянию и молитве о своем спасении. Святый пророк Иона жил за 800 лет до Рождества Христова в Царстве Израильском. Господь призвал его к пророческому служению для поддержания истинной веры и для вразумения израильтян, совратившихся на путь нечестия и идолопоклонства. Когда ослепленные люди не внимали гласу пророческому, Господь хотел их пристыдить и обратить к покаянию примером соседнего языческого народа ассирийского, и послал Иону в главный город ассирийский Ниневию возвестить жителям, что если они не покаются, то их город будет истреблен. Ассирияне были самыми ближними и опасными врагами израильтян. Часто нападали и опустошали землю израильскую. Иона по любви к Отечеству не хотел благоприятствовать врагам. Он уклонился от исполнения божественного повеления, и вместо того, чтобы идти в Ниневию, сел на корабль и отправился на запад, в Испанию. Но Господь воздвиг во время плавания страшную бурю, так что не было никакой надежды на спасение.
Корабельщики и бывшие на корабле были язычники. Они верили, что есть особый бог морей, от которого и может зависеть их спасение в пучине морской. Все молились, но бесполезно. Тогда, чтобы умилостивить морского бога, язычники решили принести ему в жертву того из бывших на корабле, который прогневал божество. Жребий должен был указать виновного. Бросили жребий, и жребий пал на Иону, которого нашли спящим на самом дне корабля. Его спрашивали, чем он прогневал Бога. И Иона перед всеми исповедал свою вину, говоря, «Бросьте меня в море, потому что из-за меня постигла вас эта буря». Как только Иона был брошен, буря прекратилась. По повелению Божию Иону проглотила большая рыба кит. Чудесно сохраняемый во чреве китовом, пророк пробыл 3 дня и 3 ночи. Непрестанно молился, простирая руки свои в образ креста и вопия к Богу в печали своей. Да избавит Господь от истления живот его. Бог милостиво внял молитве и велел киту выбросить Иону невредимо на берег. Тогда он отправился в Ниневию исполнить волю Божию. Целый день пророк ходил по улицам и возглашал. «Еще 40 дней, и Ниневия погибнет!» Развращенные жители сознали свою вину, устрашились крещения Божия и немедленно приступили к покаянию. Все, начиная с царя, сняли с себя обычные одежды в знак сокрушения, обреклись во вретища, посыпали голову пеплом, установили 3-дневный всеобщий пост и непрестанно молились о помиловании. Милосердный Господь за их раскаяние отложил до времени казнь свою над ними. Иона, между тем, поселился за городскими стенами в шалаше и ждал истребления города. Видя, что казнь небесная ни в чем не проявляется, Иона стал роптать на снисхождение Божие к развращенным людям, но Бог вразумил его следующим образом. Над шалашом Ионы в одну ночь выросло широколиственное растение и защитило его от палящих лучей солнца. Это ему было особенно приятно, и он благодарил Бога за неожиданно дарованную прохладу. Но на следующую ночь растение было подточено червем и засохло. Огорченный Иона впал в такое малодушие, что желал себе смерти. И сказал тогда Господь Ионе, «Ты так жалеешь о растении, которое не ты садил и не ты вырастил, которое в одну ночь явилось, в другую исчезло. Как же мне не пожалеть Ниневию, города, в котором более 120 000 невинных младенцев, не умеющих отличить правой руки от левой?» Иона должен был понять, что покаяние отвращает праведный гнев Божий, готовы уже излиться на нечестивых
и что милосердие Божие безразлично простирается на всех, обращающихся к Господу. Пророк Иона возвратился в землю израильскую, но его соотечественники не вразумились примером ниневитян. Израильтяне не исправились, несмотря на неоднократно раздававшиеся среди них гласы пророков и после Ионы. За что Господь передал их в руки ассириян, которые поработили землю израильскую, жителей отвели в плен, а на место их поселили язычников, которые, смешавшись с оставшимися израильтянами, образовали народ самарянский. Пример милосердия Божия, покаявшимся ниневитянам и грозного суда над непослушным Израилем, добразумит и нас к покаянию и исправлению жизни нашей. Не будем ждать для себя особых пророков, правовозвестников гнева Божия за наше нечестие и пороки. Ниневитяне восстанут на суд с родом нашим, погрязающим в нераскаянности, и осудят нас. Они покаялись от проповеди Ионы, а мы, именующиеся христианами, в лице Христа и в гласе евангельского и апостольского учения имеем сильнейшие и могущественные средства к нашему нравственному исправлению. Чем же себя оправдаем, если будем невнимательны к божественному призыванию? На что можем надеяться, оставаясь нераскаянными? Бог бесконечно милосерден, но и бесконечно правосуден. Его возмездие за нашу неправду, имеющее открыться в будущей жизни, нередко появляется и в здешней жизни. Посмотрим, сколько общественных бедствий приходится испытывать нынешнему веку. Не служат ли эти бедствия явными знамениями гнева Божия? Устрашитесь, братья, и покайтесь. Богу нашему слава! Ныне и присно, и во веки веков. Аминь.